все надежды на то, что американец там сможет выиграть, у нее есть. Никаких других конкурентов там, конкурентов там не предвидится серьезных. Вот они с Томашем Вернером и сразятся за первое место. Дан Джань, Хао Джань тоже с серебряной медалью. Надо сказать, что после короткой программы не было никакой уверенности, что они эту серебряную медаль получат. Или вообще какую-либо. Дзяни, Хао Дзянь. Любопытно, на многих турнирах, включая Олимпийские игры, Дан Джань и Хао Дзянь обходили своих великих соотечественников Сючэнь и Хунгбо Дзяо. На последнем вот только чемпионате разве что проиграли.